Друзья, всем огромный привет! Наконец-то мы свободны, у нас закончился карантин, тесты повторно сдавать никакие не нужно, просто сегодня в 12 часов дня закончился карантин у всей семьи. Ты куда? В общем, мы собрались погулять вместе с детьми. Сона, давай пай-пай-ву! Это! Ты промахнулась еще раз. Окей, чиху! Пай-пай-ву! Давай! Ручку давай, солнышко! Молодец. Кто-то у нас сладко уснул. Поспит перед тем, как мы приедем смотреть на рыбок. Друзья, мы уже приехали на место. Здесь мой муж, Чиху и моя Соня. Соня, ты где? Помаши ручкой. Скажи привет. Умница, пошлите. Я хочу рассказать немного о карантине. Началось все с того, что мы у моей Они, моя соседка сверху, мы у нее играли вместе с ее сыном, то есть Сона, Чиху, я. Вот, на следующий день у Щиу поднялась температура, и, естественно, поехали делать тест, и обнаружился COVID, положительный тест. Так как мы контактировали с заболевшим, мы автоматически по умолчанию просто на карантин. Мы сделали тест, у нас у всех было отрицательное, но все равно мы остались на карантине, сделали через 5 дней повторный тест, и был положительный у Сони и Чиху. Вот, мне очень понравилось, что государство сразу среагировало, то есть мы установили приложение, нас отслеживали, мы каждый день, 2 раза в день отправляли данные температуры, симптомы и так далее. У моих детей симптомов никаких не было и до сих пор нет. Плюс государство нам прислало сначала 5 коробок еды, плюс 2 коробки лекарств для Сони и Чиху. Но потом мы с мужем сделали тест, и у меня был положительный. У меня были симптомы, у меня была слабость, я себя плохо чувствовала. Естественно, прислали еще 2 коробки еды, то есть всего 8 коробок еды прислали от государства и еще 1 коробку лекарств для меня. Вот, я, конечно, очень удивлена была, что столько много еды, я показывала склад уже свой. Там просто столько риса, столько супчиков, столько всяких консервов-то. И вот сегодня нам позвонили с утра и сказали, что карантин ваш завершен в 12 часов дня. Не нужно никаких тестов делать, повторно сдавать что-то. Все, просто все. И они, я не знаю, нужно было, наверное, тесты повторно сделать, но нам сказали, что не нужно. То есть все, гуляйте. Отпускаем вас. Целый месяц мы сидели на карантине. И, кстати, еще будут выплаты от государства в размере 1 250 000 вон. Ну, я не думаю, что это прям большая сумма. Как бы муж мог бы заработать в 5 раз больше за этот месяц, а он сидел дома. Но это уже другая история. Вот сюда мы приехали. Aqua Planet находится в Ульсане. Мы поднимаемся, билеты мы купили онлайн. Красиво. Чиху в маске не сопротивляется. Мы зашли. Сона, Сона, ручку давай. Сона, ручку давай. О, как здесь красиво. Это только начало. Пошлите. Сона, дальше пойдем, дальше. О, какая вкуснятина, вы только посмотрите, здесь лобстеры плавают. Очень аппетитно.
поэтому мы берем вот такие вот подушечки для попы и садимся. Видите, все ждут, потому что шоу будет. Папа, смотри, какой красавчик. Чуху в восторге. Смотри. Давай, давай ручку опускай еще раз. Давай, с мамой вместе. Умница, не бойся.
흙에서 떠오르면 그때 조개를 사냥해서 먹는다고 합니다. 자, 지금 바다토끼리 메리가 조개 먹을 때 쓰는 물대포 보여주고 있는데요. 그럼 물대포로 하루에 약 6천 개의 조개를 먹을 수가 있습니다. 지금 고스메릭이 찍게. Ай, молодец! Ты давай тоже крутись! Ой, молодец! Я так полагаю, здесь можно забраться в этот домик. Пошлите вместе посмотрим, что тут. Поднимаемся. А! Птичий домик. Да, птичий домик. И Соня решила спуститься. Давайте посмотрим что-нибудь еще. О, просто очень красиво. И это все находится в обычном здании. Кстати, камни настоящие. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!